испытания проходим, и нам уже можно на холодном тормозе ехать, и уже клиенты попасть в эту программу не смогут. Поэтому, если вы сейчас посмотрели этот ролик, вы по сути счастливчик, потому что у вас есть возможность войти в программу, у которой нет никаких костов, где деньги находятся на вашем непосредственно счету. Вы каждый день видите. Добрый день, мне задали резонный вопрос, зачем же я раздаю людям такое счастье в виде бесплатного автоследования с очень низкими комиссиями через самых высокотехнологичных брокеров современности. Я посмотрел, и тут нужно широко очень взглянуть на данный вопрос. Давайте для начала разберем, какие у нас есть возможности по автоследованию. Ну, непосредственно я нахожусь в Чехии. Я расскажу вам по Чехии. То есть у меня в оглавлении есть ссылочка на первый фонд по чешскому закону. Есть такой закон чешский о частном инвестировании, где очень быстро, за 1-2 месяца, примерно косты на создание от 2000 евро до 5, тебе создают фонд. Фонд этот регистрируется в Чешском национальном банке. Вы можете привлекать, ну, как правило, это через СРО делается, через юридическое лицо. И это дает возможность открыть у одних из лучших брокеров, в данном случае я занимаюсь через Interactive Brokers, дает возможность вам открыть счет под конкретный пул каких-то клиентов, объединенных какой-то одной идеей. И здесь запрещено лицензией вести активную агитацию и рекламировать этот фонд, но в частном порядке можно привлекать клиентов, и объясню почему. Потому что данный фонд, он ограничивается количеством клиентов 20. Но он может иметь на своем счету у нас активов аж на 500 000 000 евро. То есть это такие фонды создаются под очень-очень сильных, мощных клиентов. Как правило, если счета у них там начинаются 150-300 тысяч евро, да, то можно собрать таких 5-10 клиентов в один фонд. 3 миллиона евро примерно где-то у вас будет фонд. Вы платите 90%, 19%, 90, 19% с прибыли вы платите чешскому государству. Раз в год дополнительно сдаете 5 форм отчетности в Чешский национальный банк согласно условиям. Ну и сам, естественно, баланс фонда. Здесь вот вы можете посмотреть, какая отчетность, да. То есть этим всем занимаются профессиональные люди. Естественно, есть у этого фонда какие-то еще годовые косты. То есть они есть, но они не такие большие, не такие значимые. Это легко все тянется. Если вы хотите объединить пул отдельных клиентов, которые вам хорошо известны, отдать им право собственности на этот фонд, допустим, вы входите туда учредителем только на сумму гонорара своего как управления, а на остальную сумму клиент входит учредителем в этот фонд, в Interactive Brokers открыт единый счет, туда поступают деньги, но у вас, естественно, есть косты на расчеты, на торговлю, комиссии вам даже дадут минимальные, 19% налог на прибыль, отчетность согласно закону, все это функционирует нормально, в принципе, все это делается, специальная служба занимается, вы ставите только подписи, особо никуда не ходите, но вы должны понимать, что у вас клиентов должно быть настолько больше, чтобы эти все косты, они эти косты, чтобы, ну, близко даже не вызывали у вас каких-то негативных эмоций. Соответственно, как мы видим, первый фонд, ему не интересны ни клиенты розничные, ни от 11 тысяч евро ему клиенты не интересны. Не там, грубо говоря, от 50 тысяч евро ему особо клиенты не интересны. Далее, чешское законодательство позволяет делать второй вид фонда. Второй вид фонда, открыть его значительно дороже, то есть 1040-50 долларов вы заплатите за его открытие, лицензирование, вы можете рекламироваться, уже можете иметь свой сайт, вы можете привлекать клиентов, и, грубо говоря,
Набирать вы можете, все это также лицензируется в CNB, все документы оформят за вас шикарные юристы. Опять же, как правило, открываются такие фонды через Interactive Brokers. Вы можете уже учитывать больше розничных клиентов. Вам уже количество клиентов фонда вообще не ограничено. И вам нужно единственное ограничение уже в первый год. В первый год вам уже нужно набрать клиентов на 1 миллион 200 евро. И потом клиенты, ну, то есть вы потом не ограничены ни в сумме, ни в количестве клиентов. Ну и у вас по данному фонду, грубо говоря, определенный кост. Они уже не такие, как по первому. Они значительно выше. И тут у вас уже может быть и до 50 тысяч евро в год вы будете тратить только на содержание фонда, на документацию, на отчетность, на клиентов. Хотя, ну, софт вам даже предоставят, но какие-то у вас будут и технические нагрузки. То есть все это можно здесь, естественно, почитать у меня на сайте. То есть можно по первому фонду поработать сколько-то лет. Да, если вы видите, что вам есть куда расширяться, и другая группировка, вы уже смотрите, создавать для другой группировки отдельный счет снова на 20 лист с малыми костами. А я знаю по себе, что выгоднее иметь и 3, и 4 вот таких вот фонда с маленькими костами, платить 19% налога, честно платить 19% налога, затраты нет, и 3, 4, 5 счетов спокойно можно управлять с небольшими комиссиями в Interactive Brokers, тем более, что данные фонды, они позволяют инвестировать и в недвижимость, и в любые, значит, инструменты, и даже в предметы роскоши, и во что угодно. В бриллианты, ради бога, инвестируйте. Все это позволяет закон, все это позволяет документация первого фонда и второго. Поэтому второй фонд, он нужен, да, для розницы. Это если у вас какое-то зашкаливающее количество клиентов, и вам их как-то нужно обработать. То есть вам в этой обработке уже может помогать и любая компания типа Interactive Brokers. То есть вы спокойно можете сотрудничать с ними, где-то что-то им доплачивать, они вас научат, покажут, объяснят. Но опять же, если вы занимаетесь такими вещами, если у вас есть возможность, согласно всего этого законодательства, заплатить деньги, оформить фонд, у вас есть такой пул клиентов, а значит, у вас уже есть имя. И вы, так сказать, уже имеете неограниченный доступ к притоку денежных средств, значит, вы это уже все умеете. То есть это не какой-то ранний этап формирования фонда, все это формируется тогда, когда уже вы там 20-25 лет в рынке, и вы уже во всем этом, грубо говоря, ориентируетесь как в воде. То есть вы уже выбираете между костами и не костами. И почему я так долго здесь вожу мышкой по второму типу фонда? Потому что в нем всего, согласно чешскому законодательству, платится 5% от прибыли. Тут вы начинаете выбирать уже, а сколько вы зарабатываете прибыли и лишние вот эти 14% от прибыли, если они у вас покрывают все затраты по второму виду фонда и еще у вас остается, то, естественно, вам уже нужно, так сказать, свои вот эти вот фонды по 20 лиц и до полмиллиарда, грубо говоря, евро с ними расставаться, если у вас такие есть, а как правило, это от 1,5 до 3 миллионов, до 5 миллионов евро фонды, да, объединять их в один, и за счет того, если у вас фонд регулярно показывает какую-то нормальную прибыль, то вы уже этими деньгами покрываете один раз все расходы на этих лиц, и у вас уже выгодно, у вас может быть там лишние 5-10% в год будут оставаться. С учетом больших сумм, с учетом больших сумм, эти 5-10% это как раз и те деньги, за которые вы работаете. То есть вы уже людей, ну, понимаете, тоже еще людей, как клиентов уговорить, так у них есть право собственности на свой фонд до 20 лиц. У них там может быть уже все хорошо, и какие-то уже там приобретена и недвижимость, и где-то что-то дорогое, какие-то, может быть, даже ради хохмы предметы роскоши, да. И людям уже не хочется куда-то вливаться в какую-то публичность. Они скажут, зачем нам это надо, у нас все хорошо. И тут идет просто борьба за время команды, управляющей. То есть, если 3-4 счета команда может обслужить, да, то есть она, может быть, никогда и вообще не придет к созданию этого фонда. Лишь если
большая-большая прибыль и составляющая по фермовому фонду, вот эта разница в 14%, только если она будет настолько актуальна, эта разница, и суммы там будут большие, что люди просто захотят от этого всего избавиться, быстро перейти на суперсовременную мощную форму и платить уже только 5% государству. Если же вы еще не настолько, так сказать, раскрученные, ведете 2-3 маленьких, допустим, фонда, ведет ваша команда или ваша организация, и вы понимаете, что вы заработали столько, что вам лучше заплатить не 5%, а 19% государству, потому что ваша прибыль не покрывает всех затрат, то это тоже легко все просчитывается, легко это все видится. Ну, единственное, что эти фонды, естественно, они, так как в Чешском народном банке, они зарегистрированы, они имеют там свою equity, и там любой клиент может посмотреть equity данных фондов и предложить, может быть, вам что-то более интересное. То же, что предлагаю сейчас я, то есть это абсолютно уникальный продукт. То есть мало у кого сейчас в русскоязычном сегменте первое есть такое количество денег, чтобы пойти по первому пути создания фонда юридического лица в Чехии, чтобы платить налоги в Чехии и чтобы инвестировать в европейскую недвижимость. И тогда это, как правило, люди, которые уже имеют гражданство Евросоюза, давно проживают в Европе, они просто выходцы из России. Да? Соответственно, россиянам доступ к таким услугам, как у нас говорится в Чехии, заказан. По второму моменту очень сложный вопрос с рекламой, во-первых, иностранного фонда в России. И сейчас все бегут в Тинькову, в Сбербанк и прочее с бешеными комиссиями, пытаются там сами что-то инвестировать. А уж чем хуже идут всякие типа Итера, компании за автоследованием кухонный, где огромные спреды, где спред составляет там нагрузка 800, от 800 там до 3000% годовых и все такое прочее. Сами знаете мою историю с Итера. Сейчас у меня, кстати, там их компенсация $100 до сих пор работает. Я не прекратил там доторговать. То есть я там, естественно, хороший плюс. Со временем выведу все эти счета, закрою, естественно, все года с плюсом, если опять же мне снова в очередной раз закроют терминал. Соответственно, вы понимаете, что по фондам нет такого ни по данному фонду, ни по тому, которые сделаны, скажем, совместно с Interactive Brokers, что тут закроют вам терминал. Этого, конечно, не будет. Тут вы лицензированы, тут вы делаете отчетность. Тут у вас самые лучшие работают технологии, самый быстрый у вас доступ ко всем мировым биржам. У вас, естественно, торговля внутри спреда и самые низкие комиссии. Единственное, чего у вас нет, у вас совершенно нет у вас русскоязычного сегмента клиентов из России и стран Советского Союза. Соответственно, запуская данный проект мультиаккаунт трейдинг, что это, я как уже сказал, это усовершенствованное автоследование, где управляющий заранее бьет в непосредственно в заявку контрагента все заявки одновременно по своим клиентам и видит их исполнение, что нет задержки по времени, чтобы скопировать, как в автоследовании, заявку клиента, обработать ее, создать ее по, так сказать, своей форме, количеству, да, и силе, и закинуть ее в рынок, нет вот этого отставания. И тут управляющий видит и заранее распределяет каждому клиенту, сколько он хочет купить, ждет этот офер по ликвидности, он видит эту заявку по ликвидности, нажимает одну кнопочку, все обрабатывается, все разносится тут же по счетам клиентов. И тут скорее даже можно сказать, что это непосредственно счет клиента и работает. Просто он четкой рукой направляется в рынок. Ну и спрашивают, а чем же вам интересен этот продукт? Во-первых, данный продукт мне интересен тем, что неограниченное количество счетов я могу обработать. То есть я, конечно, сортирую клиентов, счета там, грубо говоря, 10-20 тысяч, это один пул клиентов, счета там 50-100 тысяч, допустим, другой пул клиентов, да. И количество клиентов на сегодняшнем этапе у меня не ограничено. Оно ограничено будет лишь мной, когда я увижу, что слишком
по многим операциям, по сделкам мне в тех или иных инструментах, а инструментов у меня определенный набор, вы можете посмотреть их в блоках Exit, просто не будет хватать мне ликвидности. То есть я принимаю решение личное, когда мне ограничить количество моих, так сказать, клиентов. Если первые два фонда, там единый счет, и ты там выставляешь заявку, а потом уже через отчетность ваша прибыль распределяется на всех клиентов, то тут определенный плюс, что каждый день, ежедневно, каждую секунду клиент видит свою прибыль уже сразу непосредственно на своем счете. То есть у него единица, его счет это отдельная единица, и она не принадлежит никакому фонду. То есть эта система управления настолько совершенства, что клиент, он, так сказать, все это видит сразу на своем отдельном счету, и нет никакого распределения, ничего более, чем она, эта система совершенно в данный момент, что автоследование данное по системе мультиаккаунт, еще раз скажу, нет ему аналогов, оно абсолютно бесплатно. Мало того, что оно высокотехнологично, быстро и сразу все на твоем счете, оно абсолютно бесплатно. Да, если в первых случаях фондов управляющий берет там до 25% иногда плату за управление после того, как вы заплатите налоги, да, допустим, или даже вы управляющему платите, потом что у вас остается? Вы с этого налоги платите, да, то есть у вас остается от прибыли значительно меньше. Далее, тут вы можете войти с не таким большим участием, как по первому фонду. Вам вообще нужно иметь 1300-500 евро, то здесь можно от 11 до 20 тысяч евро спокойненько войти в это управление и уже его протестировать и смотреть, хотите вы добавляться дальше или нет. Это уже зависит от результатов управления. И результаты управления вы видите каждый день на своем счете. Вам не нужно следить на сайте Чешского народного банка, какая там equity у фонда, запрашивать отчетность у фонда. А у фонда еще отнимутся затраты, косты на бухгалтерию, на офис, на свет, на электричество, на бензин, на то, на все это, все от эти затраты, ну, вы их, понятно, как учредители по первой части фонда, вы их сами и подписываете, и распределяете, но тем не менее они есть, они влияют на вашу прибыль. По второму фонду, если там всего 5% налог на прибыль, грубо говоря, то за вычетом всех расходов еще 5% налог на прибыль. Там тоже вы видите всю отчетность, но, как правило, там кост это больше, там что-то еще съедается. Но по первой части фонда и по второй, если какие-то суммы, если, допустим, три первых фонда по сумме равны одному второму фонду, да, то есть они тоже там примерно фонд 10 миллионов, то по части того, что будет получать каждый клиент на руки отдельно, он примерно будет получать то же самое. То есть это вторая часть фонда, она, скорее всего, что больше выгодна самим создателям фонда, управляющим по прибыли, а клиент особой разницы не прочувствует в той доходности, которая у него будет там в ближайшие перспективы на 5 лет. А в системе мультиаккаунт он, естественно, сразу прочувствует эту разницу на себе. Он ее сразу прочувствует. Почему? Потому что на него нет никаких затрат по фондам. Более того, ему поступенчато еще и снижаются комиссии, он видит, что и комиссии меньше становятся, и прибыль растет, и за управление он не платит, и он зарегистрирован у высокотехнологичного брокера, и он никуда деньги не отправлял. Деньги как были его, так его, грубо говоря, и находятся. Он может в любой момент отказаться от этого автоследования, если его что-то не устроит, использовать эти деньги, использовать этот счет, использовать эту карту. У него нету там заявок на ввод средств, на вывод средств, как это фонд ты отправил, у тебя там говорят, что 3 месяца, там 6 минимально вы забрать не можете, потом вам заявку нужно сбрасывать там за месяц, там за 10 на вывод средств распределения, либо там какие-то другие условия, иногда эти условия более сложные. Здесь никаких сложных условий. Здесь вы видите каждый день исполнение сделок на своих счетах. Каждый день можете брать эту прибыль. А в будущем по системе мультиаккаунт к счету будут выданы карты, мастер-карт, и вы можете вообще подойти и рассчитаться за продуктами той прибыли, которую у вас, допустим, накапало за день. И у вас каждый день распределение прибыли
или там просадка счета, естественно, тоже вы видите ее каждый день. То есть вы каждый день контролируете сами свой счет, полностью контролируете, что с ним происходит. Если у вас доходность вас устраивает, вы просто либо пополняете счет, либо не выводите, не забираете оттуда деньги. То есть, как мы видим, этих преимуществ, их бесконечно много по сравнению с теми первыми двумя формами. Зайдите на сайт, почитайте вот эти два фонда, да. То есть, бесконечное количество, так сказать, преимуществ. Какие еще преимущества? У вас идет параллельно бесплатное обучение по вашему желанию. Во-вторых, ну просто сейчас времени нет. Идет волна этих подключений клиентов. Но когда будет времени больше, будут и ролики, клиенты будут видеть, на каких основаниях принимались решения по тому, по тому или иному эмитенту, по тому или иному тикеру, что такое широкий шаг, как, ну я сегодня бы уже мог создать, допустим, видео, показать там клиентские счета без их, так сказать, персональных данных, как там ведутся эти сделки, насколько они хороши, но этого смысла нет. То есть те, кто уже пришел, они все равно могут зайти в терминал через любое там устройство, через гаджет, тут же вывести график и посмотреть по каждому инструменту, как совершаются сделки. То есть клиент это и так виден. Да? Для привлечения новых клиентов какое-то время, естественно, мы их еще повривлекаем. Я говорю, что ну, достаточно быстро может наступить, конечно, и тот момент, что я увижу, что по двум, допустим, локам, по трем уже ликвидности не хватает, и тогда люди просто уже будут сидеть на паузе в ожидании, особенно если после коронавируса клиентские счета сейчас сильно отрастут, то, возможно, этот момент и наступит очень быстро, что в будущем мы будем увеличивать количество лотов на сделку, и уже по каким-то инструментам не будет хватать, и программа Exit просто будет закрыта. То есть, но, тем не менее, мы не исключаем, что еще 2-3 месяца, полгода у людей есть возможность заполнить эти exit локи и, так сказать, наслаждаться всеми преимуществами, данным процессом автоследования бесплатно, процессом обучения бесплатно, то есть смотреть, как управляют вашими активами. И когда будут выходить эти ролики, смотрите, сейчас наш основной инструмент, допустим, такой, там General Electric, естественно, уже пойдет еще и сопроводиловка, что сколько мы заработали, как мы заработали, в каких движениях мы поучаствовали, почему мы в них поучаствовали. И клиент уже может открыть просто график, увидеть все сделки на своем счету, настроить систему шаблон. То есть мы, естественно, и пропагандируем нашу систему шаблон, и пропагандируем уже 20 лет, если кто-то ее не видел, она находится у нас, если просто нажать клавишу «Система», то есть она работает как мотор, как часы. И здесь у нас даже можно краткую справку посмотреть об этой системе, что вообще с ней произошло, да, когда она куда внедрялась и как она работала, допустим, книжка, когда вышла по ней, да, все это можно узнать из исторической справки на нашем сайте, когда она была опубликована там в журнале, допустим, Эксперт, Дерстрих был такой журнал, и на сайте Эксперт, то есть все это мы можем узнать из краткой справки по системе, да, шаблон. Также мы как не забываем смотреть наши портфели. Вот коронавирусный портфель я сделал тут с такой выемкой, чтобы он отличался от первого портфеля. Сейчас особо некогда там делать сделки. Практически не делаю, сижу там в долгосрочных позициях по этим портфелям. Почему? Потому что сейчас идет шквал именно документарной работы. Подписываем документы, клиенты, автоследование и прочее. А главное, каждая equity видна на счете отдельного клиента у него онлайн ежедневно. Ему не нужно ждать результатов фонда и выплата, там, допустим, премии два раза в год. Он может взять эти деньги лишние, вывести, инвестировать их в другое куда-нибудь место. То есть, опять же, это все одни лишь преимущества у системы, начиная от управления активом, преимущества для самого управляющего, вот они тут, и для клиента. И тут встанет вопрос лишь в доходности. То есть вы получите через 2-3 месяца, там, через полгода, через год какую-то доходность. И вопрос станет лишь в доходности. Приемлема ли у вас, для вас эта доходность? Устраивает ли вас эта доходность? Да?
Насколько вам интересна эта доходность, и насколько вы дальше хотите с нами сотрудничать и, так сказать, вам интересен этот процесс с нами, зарабатывая денег. Естественно, все мы прекрасно понимаем, что если будут отвратительные результаты по доходности, то вы никогда в жизни ничего не продадите, да. И меня спрашивают, зачем же тебе это все интересно? Я говорю, ну, во-первых, я даю доступ клиентам не только из стран Евросоюза, которые могут зарегистрировать здесь, согласно данных юридических условий, все фонды, нанять меня в качестве управляющего туда, так сказать, и построить какой-то 3, 5, 7, 10-летний там длительный долгосрочный проект. Тут интересен клиент, что он открывает в течение там дня счет, переводит деньги, потом в течение суток ему уже происходит активация аккаунта, подписываются документы, он сразу видит сделки профессионалами, которые исполняются. Большинство, естественно, там 90% сделок исполняется мной, это скрывать мы не будем. Непосредственно я контролирую, отвечаю за все это управление. И он уже сразу видит их на счетах. Это мгновенный процесс, а не то, что ты там фон, подписываешь документы, закидываешь, он получает твои деньги, ты с какого-то момента начинаешь видеть, что ты что-то там заработал, а потом ты тоже участвуешь в костах. А тут еще и никаких костов. То есть, и почему это выгодно мне? Потому что представляете, что сейчас наберется пул exit локов какого-то управления, 2, 3, сколько там, 5 миллионов евро суммарно наберется, это мы знать не можем. Сумма будет в будущем расти за счет прибыли, сокращаться там на просадках, когда мы набираем позицию, это все понятно, но давайте уберем все эти косты, которые я вам перечислил там по первой части, да, фонда, ограниченная, что тем более по второму, то есть уберем эти там миллионы крон в год, эти затраты, то есть на эту сумму я уже могу заработать меньше прибыли, а прибыль будет больше, понимаете, в чем смысл? То есть я могу выбрать такую стратегию, методику управления и достижения цели, которая для меня будет это более light вариант, но по доходности она будет значительно больше, потому что не нужно содержать всю эту империю, индустрию этих фондов, да. Там она и время отнимает. Тут же не только вопрос в самих деньгах управления, время отнимает и все. Тут можно спокойно сесть, включить компьютер, управлять через высокотехнологичного брокера непосредственно клиентскими счетами, получать доходность клиенту. Клиент счастлив. Естественно, что так как я внутри системы брокера, у меня свои договоренности об оплате всего этого продукта, они клиента абсолютно не касаются. Для клиента все эти процессы автоматически бесплатно. Это вот такой вот совместный проект, который при всех составляющих своих, при всех своих, так сказать, различиях с фондами и прочими, он привлекательный. И почему? Ну и мы еще не являемся контрагентом, то есть клиент свои 13% в России платит сам. А главное, что еще и мы находимся под такими лицензиями, это Кипр, Лондон, там Мальта, Шанхай, которые, то есть и запрос-то в принципе налоговые. То есть это в принципе по желанию клиентам с Казахстана, он откуда-то и прочее. Если клиент с Парижа, то да, то есть на европейской территории нам поступит запрос, мы естественно скажем, что мы заработали. Но человек, как правило, который из Парижа, он в Париже налоги платят. А тут вообще у вас по желанию, по сути у вас освобождение от налогов, потому что никто вообще не узнает, сколько вы получили прибыли. То есть это вообще на вашей совести, платить или не платить этот налог. Я не призываю платить или не платить этот налог. Это у вас ваше желание. То есть почему я не призываю? Потому что я все равно проконтролировать это не могу. Зачем мне к чему-то призывать, сказать, не плати налог или плати налог. Потому что я все равно не могу это проконтролировать. Единственное, что я могу сразу сказать, что не имея лицензии именно Центробанка России, то есть мы с этими службами не контактируем, все эти законы об обмене информацией, просто к нам запрос этот не придет, и вы будете платить этот налог самостоятельно. Соответственно, у вас сплошные выгоды изначально, по всем параметрам, от костов до прочих, и я могу предоставить эту розницу, разбить там счета 10-20 отдельно, счета там 50-100 отдельно, управлять большим количеством счетов, тоже не участвуя в этих костах по затратах, и то, что платят мне, получается, что я могу получить еще и, ну, грубо говоря, зависимость
от прибыли не так сильно важна и та прибыль, которая будет формироваться на этих счетах. А суммарно, если ее вставить на один баланс и взвешивать с костами, то она значительно больше, нежели по первым двум системам, которые я вам описал в фондах. Ну, думаю, что я подробнейшим образом рассказал все свои, так сказать, моменты. То есть, да, для меня это новая, очень интересная, скажем так, игрушка, которая будет все зависеть в будущем лишь от доходности. Я прекрасно понимаю, какая доходность нужна клиентам, чтобы они не ушли, а чтобы они расширялись, либо оставлялись заработанные, либо пополнялись, и когда наступит тупик для привлечения новых клиентов, потому что все сейчас бегут за доходностью, а уж когда у нас будут результаты доходности, допустим, полугодовых, годовых и прочих, опубликоваться, то я думаю, что мы, как только опубликуем коронавирусные первые доходности через полгода, это и будет у нас момент, когда мы наберем последних клиентов и сразу поймем, что мы по ликвидности уже по своим эмитентам не проходим, и нам уже можно на холодном тормозе ехать, и уже клиенты попасть в эту программу не смогут. Поэтому, если вы сейчас посмотрели этот ролик, вы по сути счастливчик, потому что у вас есть возможность войти в программу, у которой нет никаких костов, где деньги находятся на вашем непосредственно счету. Вы каждый день видите результаты торгов, как что у вас получается, но какой идет у вас набор позиций, как используются стратегии, обучаться, наслаждаться и все такое прочее, так сказать, быть в первых в единственных рядах, а потом, возможно, и продать свое место кому-то. Вот вам понадобились деньги на квартиру, вы их вывели, но ваше место освободилось. Вы скажете, вот есть место, вот в таком управлении, вот такая система мультилог, я могу продать свое место кому-то, и, допустим, продажа этого места сегодня стоит 10 тысяч евро или там 50 тысяч евро, потому что доходность была крайне дикая последние 3 года. И, соответственно, вы еще можете тут неплохо заработать, продав свое место. Всего доброго, спасибо за внимание, удачи в торгах.